В связи с проведением ремонтных работ водопровода на участке Декабристов Шамиля Усманова завтра с 9 утра и до 3 часов ночи будет понижено давление воды в московском районе Казани. Это коснется домов по улицам Декабристов, Восстания, Восход, Гагарина, Королева, Ибрагимова, Волгоградская, Ямашева, Тунакова, Енисейская, Фурманово, Шоссейная и Партизанская. Водоканал просит запастись водой. Автоцистерны будут находиться по адресам, которые вы видите на экране. И можете посмотреть на нашем сайте www.trt-tv.ru.